В борьбе с врагом в годы войны принимали активное участие не только воинские соединения, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым – вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и многим другим. Сегодня поздравления ко Дню Победы получают ветераны и труженики тыла, проживающих в районах области. Им вручили памятные подарки и поздравительные открытки от партии «Нур Отан» и руководства районов. Оказанное внимание нашло свой отклик в сердцах тех, кто в годы войны приближал День Победы. Ветеранов войны и тружеников тыла в области не так уж много, а в районах каждого знают не понаслышке. В доме труженика тыла Жигерия Муканова приходу гостей были рады. Светлые улыбки, добрые глаза, теплые слова благодарности за мирное небо придают каждому моменту особенную доверительную атмосферу. Историческая победа завоевана массовым героизмом воинов на фронте и беспримерным подвигом тружеников тыла. Рабочие, колхозники и интеллигенции своим самоотверженным трудом внесли ценный вклад в общее дело победы над врагом. А Жигерия Муканова в годы войны из тех подручных материалов шил, ткал и прял самую необходимую одежду для фронта. В годы войны мой отец был чабаном. Мы всей семьей ему помогали. Также нам помогали две женщины. Я вместе с ними прял пряжу, шили, вязали теплые носки и другие необходимые вещи для солдат, воевавших на фронте. Я делал все, что было в моих руках. Так мы и проработали до конца 1945 года. После я, как и мой отец, всю жизнь занимались домашним хозяйством, пас овец, коров. В эти дни самые теплые поздравления звучат в адрес главным героям праздника. Всего в Акжаикском районе проживает один ветеран войны, 346 тружеников тыла, 86 из которых были вручены именные таблички «Здесь живет ветеран войны». В преддверии праздника Дня Победы в нашем районе проводятся различные мероприятия. Несмотря на карантин, многие из них мы проводим в онлайн-режиме. Например, челлендж под названием «Кахарман». Несколько памятных мероприятий были организованы районной библиотекой. Так в эти дни мы поздравляем и дарим памятные подарки нашим ветеранам войны, труженикам тыла. Хочу от всей души поблагодарить наших ветеранов за мирное небо. А жительница Таскалинского района Таниш Сейлханова застала войну 11-летней девочкой. Тогда, в далекие 40-е годы, на фронт ушел ее отец и старший брат. Оба не вернулись, были признаны без вести пропавшими. Это была поистине страшная и скорбная весть, когда нам сказали, что наш отец и брат пропали без вести. Но мы все пережили. Было тяжело. Моя мама сама нас вырастила, дала образование. Я всегда буду помнить своего отца и брата, которые ушли на фронт и не вернулись. Они отдали свои жизни, чтобы мы сейчас жили в мире и согласии, где нет войны. Ежегодное поздравление ветеранов является хорошей, доброй традицией. В Таскалинском районе чествовали 131 тружеников тыла. Прямо на дом доставляли памятные подарки, цветы, пожелав каждому здоровья и благополучия. Сегодня мы, районная администрация, представители районного филиала партии «Нур Отан», совместно с местными предпринимателями поздравляем своих ветеранов и тружеников тыла. Хочется также отметить, что труженикам тыла, которых у нас 131 человек, были перечислены по 30 тысяч тенге. Нашим ветеранам были также вручены медали в честь 75-летия Великой Победы. Накануне празднования 75-й годовщины Победы хочется отметить вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами ковали эту победу в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки и давали все необходимое для фронта, для победы над врагом. Альбина Кумаргалиева, Асламбек Саламатов, Нурсултан Исингалиев, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.